Подготовка к новогодним праздникам продолжается. Сегодня я хочу показать, как сделать вот такие маленькие симпатичные елочки. И этими елочками можно украсить какое-то пространство. Можно поставить на подоконник, добавить сюда ватный снег, саночки, какие-то подарочки, шарики. Ну, все что угодно, все, что вам придет в голову. Елочки очень симпатичны, делаются очень просто. Я сама видела их в интернете, но вот решила тоже снять это видео, просто чтобы было и у меня тоже. Елочки, естественно, могут быть разных цветов, какие вам захочется. Я сейчас буду делать из зеленой бумаги. Вот, приготовила несколько листов формата А4. Сейчас буду делать такую елочку. Значит, для елочки нам нужна бумага А4, как я сказала, из нее нужно сделать квадрат. Но это делается совершенно обычным образом. Главное в таких работах, вот в этих поделках бумажных, это очень хорошо проглаживать все швы. Эта полоска нам не нужна. Далее складываем еще раз по диагонали. Теперь складываем вот так. И так. Теперь берем наш листочек, проглаживаем все швы во все стороны, чтобы они сложились, ну так, чтобы было удобнее. Вот. И теперь закладываем вот эти вот длинные боковые, выгибаем на другую сторону и закладываем их вовнутрь, вот так. Получается вот такая вот модель. Теперь каждую из вот этих вот граней складываем еще раз пополам к центру. Очень хорошо проглаживаем эти линии. Теперь вот эти треугольники нам не нужны, мы их отрезаем. Теперь разгибаем все грани. И начинаем складывать грани у самой елочки. Но для начала, вот которые линии согнуты вверх, их надо все-таки разогнуть в обе стороны, чтобы вам просто сейчас проще было сложить всю елочку. Ну, то есть наметить ее и вверх, и вниз, чтобы грани шли. Как-то так. Теперь, значит, делаем вот такие просто сгибы и формируем как раз елочку. Я ее сейчас переложу ровно, чтобы были вот здесь по 4 части. Вот так получается. Вот такая получилась фигура. Теперь берем ножницы и делаем 4 надреза с каждой из вот этих сторон. Но вот вместо ножниц я лучше возьму секатор, потому что им проще работать. Надрез делаем от макушки где-то сантиметра на 2 первый. Вот половинку режем, вот так. Следующий надрез. То есть нам вот эту вот часть нужно разрезать на 4 части, на 4 фрагмента. То есть делать 3 надреза получается. Ну, это все надо как-то равномерно распределить. Ну, примерно вот так. Здесь нет никаких конкретных цифр. Просто смотрите, как вам кажется, чтобы было ровненько.
Также глубина надреза особо сильно не влияет. Ну вот, чтобы до ствола не доходило, конечно, и все. Вот такая получилась штучка. Теперь мы вот эти вот стороны раскрываем. И нужно заложить теперь уже иголочки у елочки. Это делается так. Первую мы не трогаем, вторую. От этого среза до уголка сгибаем. И заминаем получше вот этот вот кусочек. И, соответственно, все вот так вот. Все сгибаем, все хорошо проглаживаем. Можно на столе, можно на весу, как вам удобнее. Вот такая получилась одна лопасть у елочки. Точно так же загибаем и все остальные. Там их 8 штук. И вот такая маленькая хорошая елочка получается в итоге. Смотрите, что можно сделать с елочкой еще. Можно ее как-то украсить. Вот на эти штучки можно их так приподнять слегка и на них наклеить снег. Можно также наклеить какие-то бусинки, шарики, сделать как бы елочные игрушки. То есть тоже очень красиво будет. Из бисера можно сплести, вернее, нанизать их на нитку, и получатся бусы. То есть вот такая может быть елочка. То есть смотрите, я приподнимаю вот эти ветки, она преображается. Она становится интереснее, кстати. Вот такая, более пушистая получается елочка. Если вот эти штучки распрямить. Вот, смотрите, это и это, они разные совершенно получились. Вот, то есть можно даже смотреть, что сделать. Взять эту елочку. Если у вас вот такие есть штучки от шаров, можно сюда капнуть клея, вот так вот приклеить, и вот, пожалуйста, ваша елочка может быть повешена на елочку. То есть вот так. То есть можно сделать елочную игрушку. Либо из этих елочек можно сделать какую-то красивую гирлянду в доме. Флажки повесить, елочки. Можно вот, допустим, сделать какую-то композицию из сушеных апельсинов. Я вот эти апельсины просто порезала тоненькими кружочками и положила на батарею. Буквально за 2 дня они вот так вот высохли, и прекрасно можно с ними работать дальше, какие-то делать украшения. То есть вот такая получается интересная штучка, елочка для интерьера. И плюс елочная игрушка, вот если приклеить мне вот такую штучку. Надеюсь, мастер-класс вам понравился. Он небольшой, но мне кажется полезный. Можно делать с детьми, вот сейчас в эти дни как раз до Нового года. Спокойно можно заняться и все это сделать, украсить вашу комнату. Елочки можно сделать из бумаги А4, как вы понимаете. А также, если у вас есть формат А3, это будет даже еще интереснее. Будет большая такая елочка основная, и вокруг нее поставить эти маленькие. Можно сделать еще и домики. То есть можно сделать какую-то красивую новогоднюю композицию. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Буду рада вашим комментариям. И всем пока-пока.